Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 324 рубля баланс на форс-дропе. И прямо сейчас посмотрите, какое-то обновление вышло на сайте. Вообще не знаю, что за охота, вообще не знаю, что происходит, но это безумно интересно. О, у них тут еще розыгрыши скинов, обалдеть. Так, слушай, вообще обалденно. Давай тогда попробуем все это пооткрывать. Я видел, что они создали какие-то новые кейсы. 110 тысяч рублей. М9 или бабочка. Обалдеть. Но давайте разберемся. У меня 324 рубля. Мне нужно откуда-то взять баланс. Поэтому сейчас нужно выбить нам хотя бы хоть что-то. Конечно, с бонусных кейсов. 10 тысяч бонусов. У меня их 66. Вот давай так. 10 тысяч на 10 тысяч бонусов. Вот сколько будет денег у меня сейчас? Со стальки и пойдем. Посмотрим, насколько далеко мы можем зайти на форс-дропе, имея исключительно бонусный баланс. Но я очень сильно хочу пооткрывать. О, предатель. Обалдеть. Стоп. 6 тысяч. Еще раз. Понимаю, что сказал, что 10. Но я рассчитывал, что мне выпадет хотя бы 10 тысяч рублей. Еще раз открываем. И после этого уже будем открывать. Блин, мужики. Сегодня будет очень крутой ролик. Попрошу тебя, пожалуйста, поставить прямо сейчас лайкосик. Просто возьми и поставь его. Потому что мне будет пипец как приятно. 15 тысяч рублей. Очень хорошо. Ну и, конечно, не забывай, что когда ты зайдешь на форс-дроп, ты можешь воспользоваться самым рабочим и самым окупаемым промокодом, который только здесь есть. И этот промокод 40 солома. Да, этот промик дает плюс 40% на абсолютно любую сумму. В общем, когда ты закидываешь 1000 рублей, приходит 1400. Закидываешь 10 тысяч, 4000 бонусом совершенно бесплатно. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть, это 40 солома. Поэтому обязательно используй его, обязательно окупайся, потому что он даст тебе самый большой и самый бешеный бонус. Ну а мы начинаем. Из 15 тысяч рублей я даже не знаю, что открыть. Ну давай коллекцию легендарные. Тайная или топ засекреченная? Вообще не видел это. А, это тоже новый кейс. Обалдеть. Бдыщ. Новый АВП. Дилетанты. Новый калаш. Поверхностная закалка. Посейдон. Ну, поехали. 4000 рублей. Просто берем и просто открываем. Вот это будет максимально интересно. Проверим всю коллекцию легендарную. И если она нас будет окупать, это будет просто замечательно. Давайте. Дециматор 1000. Что? Дециматор 3300? Обалдеть, 5700, хорошо, с первого кейса окупились. Так, подожди, а как оно ценится? Вот здесь у нас, смотри, вот здесь 40, 125, а, подожди, это легендарный, получается, сверху либо нож, либо-либо, а это у нас либо, получается, ну, тоже какая-то фигня, топ-пистолеты. Давай попробуем, вообще не открывал их. Нет, ну давай так, топ-пистолеты, а потом пойдем... Это новый кейс, да, а потом пойдем дальше. Термическая обработка, аксия. Ой-ой-ой, золотой зубок. Новые скины. Поехали. Почти то же самое мы сейчас открывали за 3000 рублей. Там тоже новый кейсик. Погнали. И самое интересное, что первый кейс, который мы сегодня открыли, он нас сразу окупил. Вот это очень круто. Ой-ой-ой, термическая. Но термическая дорого не стоит, потому что, как выяснилось, это прям шлак такой редкостный. Ну ничего, поехали попробуем еще разочек. Может быть получится, я не знаю. Ого, там одни новые вот эти USP. Вот золотой зубок. Кстати, красиво выглядит, я их уже сегодня, не сегодня, а вот вчера или позавчера уже выбивал на одном сайте. Не выводил, но выбивал, они прям интересные. Let's go. Нож или АК, 10 раз, 7000 рублей. Вот это уже посерьезней. Вот это прям уже грубость такая, знаешь, получается. Посмотрим, что сейчас будет. Кстати, у них теперь сайт как-то дальше стал. То есть раньше был ближе вот так. Я даже, наверное, приближу. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 15864. Это что такое? 15 тысяч, я в офиге. Нож или тайна? Подожди, ну это очень жестко. То есть у нас сейчас уже 27 тысяч, а мы начали с бонусного баланса. Посмотрите на наличие вот этих красивых скинов. Что за красавцы? Что за пушка-гонка? 10 тысяч, поехали попробуем. Это прям супер уникально. Я не знаю, ну типа, давайте говорить честно, это не то, что уникально, это очень круто. Ну, такое ощущение. Тимукау? Я не думаю, что это дорого. Хотя, опять же, он выделяет Тимукау. Когда Тимукау выпадает, значит, это Тимукау стоит дорого. 16, 33 тысячи. А что дальше?
Что мне делать дальше? Попробовать нож 3% и выбить какую-нибудь из вот этих красавцев? Давай попробуем. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Давай попробуем, потому что дальше, я не знаю, просто следующий ролик, он будет максимально бомбический. Я понимаю, что в этом ролике, ну, мы сделаем, ну, максимум 100 тысяч рублей. Но в следующем я захочу сделать миллион. Я уверен в этом. Блин, пацаны, пожалуйста, поставьте... Стоп. Я хотел пожаловаться, что мне не выпал нож, и сказать, что понятно, в чем дело. Просто потом вот так вот не выпадает нож, и ты сливаешь. Но нож выпал уже хорошо. Просто последний раз, когда я открывал нож 3%, мне выпало 2 ножа. Поэтому я с удовольствием захожу в него еще раз. И надеюсь, что выпадет 2 ножа. То же самое. 22. Да, плюс-минус то же самое. Но я хочу, чтобы выпало 2 ножа. Такое возможно? Знаю, что тяжело, но я думаю, возможно. Блин, давай. Форсдроп, просто выдай мне 2 ножа, и я буду самый счастливый. 2, раз, нож, хорошо. И все. Ты прикинь, 2 ножа и все. И больше нету. 20 тысяч рублей. Ну ладно, 38 тысяч уже неплохо. Можем попробовать что-то такое. Это прям супер крейзи. Я специально не заходил в этот кейс, потому что мне он казался чересчур дорогим. Ну представь, 15 тысяч рублей за одно открытие. 30 тысяч рублей за 2. Ну каким нужно быть безумцем, чтобы его открывать? Ну только если, конечно, не мной. Ну ладно, я бы открыл его на 10 раз, но у меня просто нет денег, а меньше я открывать не хотел. Ну прикинь, что должно выпасть, чтобы сейчас 14... Это не окуп. Пантера — это не окуп. Тычковые ножи, волны — это не окуп. То есть он нам выдал... А, не, подожди. Да. Окупил. Обалдеть. Обязательно попрошу каждого из вас поставить лайкосик. 45 тысяч рублей в один из самых дорогих кейсов, которые только есть на этом сайте. Дорога до кейса до 100 тысяч рублей у нас продолжается. И я должен... Бах, плохо. Ой, бах, плохо. Фулл инжектор. О, фулл инжектор может быть прямо с завода Star Trek. Ну не может, но все равно 36 тысяч — это очень жестко. И не забывайте, что если когда-нибудь кто-нибудь из вас будет играть на форсдропе, используйте самый окупаемый и самый рабочий промокод. Даст самый большой процент в виде 40%. И окупит. Используйте его, окупайтесь. Ну а мы дальше.